Доброго времени суток, дамы и господа. Ну что, первоначально хочу поблагодарить людей, которые подписываются на Boosty, поддерживают. У кого есть желание, есть ссылочки в описании. От души спасибо. Перейдем к открытию кристаллов. У нас тут хабатунчик. Помните, давным-давно давал кристаллы на... После исследования было много, тогда полилось хейта. Много тогда было внимания, потому что нечестно, несправедливо. Ну, как говорится, сейчас время такое, что... Каждый крутится так, как он может. Ну, конечно, хабату на арену ты бьешь прям нон-стопом, я смотрю. Так, человек попросил, во-первых, посоветовать, кого качать и кому отдавать камни. Во-вторых, кристаллы шестизвездные крутить. И нексусы тоже. Нексусы. Окей. Камень повышалки и концы открытия. Остальное все с кнопки. Давайте посмотрим, что у него имеется, потому что здесь я не смотрел, что да как, кого, куда... И, соответственно, вместе с вами, скажем так, сейчас буду постигать азы. 20 избранных, отлично. Так, 16 обычных, неплохо. Так, 5 рыцарей, тоже бахнем с кнопки. Ага, 3 мифических. Но это обычные мифические, это не нексусные. Нексусные, это, по-моему, донатные. Ну, сейчас они потихонечку начинают появляться в игре, но в основном мифики да, за донат. Кстати, кому... Есть желание задонатить, все честно, легально. Соответственно, пишите в ЛС телегу. Желательно, там быстрее все увижу, замечу. Такая минутная рекламочка. Так, ну я думаю, что откроем. О, ничего себе. Откроем, я думаю, сперва обычные, ну, в плане всякие простенькие. Потом уже всякие классовые есть, есть, прям очень много чего есть. Отлично, отлично. Да ты что, дядя, да ну ты прям радуешь, радуешь. Тут, можно сказать, каждого класса много чего разного. И, соответственно, если я правильно понимаю, то это все у нас будет крутиться. Поэтому, опять же, пенсия, алло, вы здесь, на связи? Есть тайм-коды, братцы. Те, кто пишет, что видос долгий и так далее и тому подобное, то есть тайм-коды, вы по тайм-кодам можете все это 5-го ранга? 6-звезд на 5-й ранг? Шо? А за шо? А как? А где? Нифига себе. А за шо он дается? Ладненько, давайте начнем. И по ходу дела будем... Так, окей, не порадовал. Ну, кристаллы 6 звезд и нексусы было просьбой крутить. А все остальное мелочевку, я думаю... А, еще и здесь, епутся коты. Вот это ты насобирал, красавчик, хабатон. Или увлажнение тебе максимальное. Погнали. Десяточку с кнопочки. И кабам думай, думай. Сейчас топчиков насыпи. Давай, давай, кабам. Ну-ка, 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 давай же, рожай. А, новых нету, и что-то он долго рожал, и в итоге родил одних трехзвездных, да? Ну ладно. Ну, чуть-чуть дало четырехзвездных, но, тем не менее, такое себе, скажем так. Ехали дальше. Великолепные рекламы. А, не туда промахнулся. Вот эти два десяточка, погнали. Кстати, удивительно, я сколько раз на своем аккаунте стараюсь открывать это пачками, и тьфу-тьфу, частенько выпадают шестерки. Но здесь, как мы видим, первая десятка ничего не дала от слова совсем, потому что даже пятерок не было. Хоть и сейчас люди говорят о том, что пятерки уже не актуальны, ну как бы ладно. Так, один новый вижу, неплохо четверок насыпало, также есть двойные троечки, и это у нас что будет? Так, коронки нам не интересны. Во-во-во-во-во, вот это мадмуазель, это просто великолепно, советую, советую, третий ранг смело. Черная кошка, прекрасно, ну отлично, побаловал. Так, следующая десятка. Ну-ка, 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 кабам, давай, давай, еще шестерочку. В принципе, то, что только что говорил, оно как бы и произошло, да? Ну, неоднократно уже повторялся об этом на стриме, поэтому, я думаю, не будем сильно зацикливаться. Те, кто на стримы приходит, скажут, да одно и то же повторять. Поэтому прилетайте на стримы, там можем обсудить много чего. Ну и, как всегда, у нас наш любимый, что правильно, значочек проблемы сети. Обожаю кабам, поехали. Ну-ка. Так, две пятерки, отлично. Пенни, дубль, открыли или что?
Мне интересно, дубль открыли? Если открыли, вообще великолепно. Ну-ка, ну-ка. Открыли, великолепно. И еще шестерка. Да ты шо, дядя? Вот это, ну, конечно, это дальше скажете. А что, для чего, почему? Но все равно, электро, шестизвездная. Ну вот, смотрите, 20 кристаллов, 3 шестерки. Это же великолепно, это же круто. Так, и причем, что 2 шестерки очень играбельные и хорошие. Шестерочки мы пока трогать не будем. Не то, чтобы это я затягиваю и растягиваю. Просто нужно пораскрывать, пооткрывать всю остальную мелочевку. И, соответственно, потом уже переходите в кристаллики в плане каких-то таких шестерок и так далее и тому подобное. Ну-ка. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. О, неплохо, неплохо. Хороший чемпион. Если шестерочки нету, можно смело на 5.65. Дубль, конечно, бы открыть. Ну, без дубля тоже играбельно. Так, назад уходим. Здесь что у нас дальше? Так, три мифика. Ну, мифики давайте с кнопки бахнем. Хотя бы одна шестерка упадет. Тут, по-моему, пятерки и шестерки, да? Да, одна шестерка упала. Это дубль агенту, это тоже офигенно. Оу-оу-оу. Ты серьезно? Картиночка. Извиняюсь, тут маленькие технические проблемы, как всегда. Карта захвата говорит, я... тебе не дам все сделать идеально. А ну-ка, открыли? Да мы еще и открыли дубль, да? Вообще сказка. Красота. Но это очень хороший дубль, без рофлов. Так. Едем дальше. Поднимаемся, поднимаемся. Здесь у нас 16, 20. Здесь у нас погнали с кнопки, также бахнем. И как? Ну-ка, ну-ка. Долго кабан почему-то думает, когда открываешь кнопки, не знаю, может это типа какая-то идет максимальная нагрузка, и сейчас очень многие открывают кристаллы, и сервера не выдерживают, но тем не менее, ноль новых, и пока ничего не видно из разряда каких-нибудь интересных чемпиньонов. Тройки, четверки, тройки, четверки, тройки, четверки, а я так понимаю, здесь даже пятерок нет, да? Ну ладно, окей, понял. Так, хорошо. И едем, спускаемся. Ну, вот эти кристаллы, кстати, вообще в 2023 году безумно невыгодно покупать. Здесь кристалл, наверное, еще 2015 года. И это просто жесть, какая невыгодная хрень. Поэтому я вам советую не покупать его. Погнали. Но эти кристаллы, я думаю, будем крутить и сразу восстанавливать. Ну, из разряда, что здесь нету большого количества кристаллов, поэтому... Алка, да, неплохо. Поэтому... быстречко крутим, сразу же останавливаем. Ну, пятерочка, это неплохо. Конечно, здесь кристалл с шокером. Хотелось бы, наверное, более какого-то нового чемпиона, но... Я скажу по себе, сколько тысячев миллионов кристаллов я этих открыл, сколько было набито руками единиц, и... А, моя домино. Опа, муравей. Ну, кто-то арену не бьет, Хабатунск. Четырёхзвёздный муравей, кристалл с муравьем, выпадает муравей. Ну, в принципе, неплохо. Так, ехали дальше. У нас есть 10 рыцарей, нексусов. Ой, сейчас посмотрим, что же нам тут. Ну-ка. Тройка, тройка, четверка. Берем четверку максимальную. Далее, четверка, пятерка. Берем пятерочку. Еще с максимальным дублем, плюс осколочки сюда. Опа, пятерочка Гвенка. По-любому берем ее. Плюс это еще у нас бубль на нее будет сейчас. В таких моментах главное не спешить, потому что вот эти сливания звездочек, пятерки, шестерки, можно обделаться. Ну, давайте будем максить дубль. Четверочки, там 40-я коронка. Так, тройка, тройка, пятерка. Ну, как бы так, знаете, вроде бы неплохо, но вроде бы как бы... А где шестерка? 5 кристаллов открыли, и шестерка... О-о-о-о, наныл, наныл. А-а-а-а. Спасибо, Каван. Хорошо, хорошо. Шестерочка сюда, и на лопатке. Неплохо. Тройка, тройка, тройка. Все, теперь, короче, одних троек будет давать. Берем максимальный дубль. Это у нас плюс осколки. Тройка, четверка, тройка. Ну все, что ли? На одной шестерке все закончилось? Там Nexus 6 звезд, там что-нибудь типа такое, ну прикольное, там контент, все дела. Нет, нема такого. И последняя десятка. Тройка, четверка, тройка. Ну как бы такое. Из 10 кристаллов одна шестерка. Мне кажется, это маловато. Да, были и пятерочки, но по большей части
Такое себе. Ну, новый гоблин, неплохо. Тоже, в принципе, играбельный чемпиньон. Просто из разряда, что неплохие танцы с бубном. Так, тут у нас, получается, классовый Nexus. И давайте еще посмотрим, что у нас имеется. У нас имеются вот такие два кристаллика. Разнообразие, большое разнообразие. Давно я такого не видел, если честно. Так, здесь у нас берем максимальный дубль. Все тройки, две штуки. И второй кристалл, четверка, пятерка и тройка. Ну, такое опять. Мне кажется, раньше с подобных кристаллов в виде Нексуса выпадало что-то более, ну, интереснее. А сейчас, конечно, кабам или придушил дроп, или сегодня звезды не сошлись. Так, четыре также Нексуса, большое количество. А, это я, кстати, эти кристаллы не застал. Здесь, получается, можно выбирать два чепенёна. Прикольно сделали кабам, конечно. Так, ну я здесь думаю, что надо просто брать поближе к бублю, да и все. Берем два штучки. Следующий у нас второй из четырех. Сейчас кабам, как всегда, продумается, продуплится. Четверка, тройка, 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 пятерка. Ну, берем, конечно же, четверку и пятерку. Ну, неплохо, но опять же. Так, тройка, четверка, четверка, пятерка, четверка. Ну, здесь, я думаю, то же самое. Берем Геркулеса, потому что это максимальный дубль. Ну, и можно, конечно, ну да, пойдет. Ну, опять же, 50-50, мне кажется. Из разряда ничего такого прям восхитительного нету. Никаких таких прям великолепных пятерок, которые как-то либо тройка, дубль один. Но, тем не менее, берем две четверки, я думаю, как бы, ну, мне кажется, не очень. Можно было поинтереснее. Да, дал пятерки, но он как-то дал 50 на 50, по-моему. Там пятерки, четверки, пятерки, четверки, пятерки. А, ну, он последний раз одни четверки дал. Ну, ладненько. Ни одной шестерки к 100. Ехали дальше. Так, это у нас, получается, классовые Нексусы. Это пятерка. Ну, давайте, ладно, бахнем с кнопки. Человек все-таки копил, собирал. Поэтому отблагодарим, так сказать. Так, шестерка, пятерка. Давайте тоже бахнем. Ну, разнообразие, конечно, феноменальное. Ну, то, что такое большое количество разных кристаллов, это, конечно, очень круто. То есть это не за разряда заезженных. Так, открываем там 9 миллионов шестерок и типа, ок, let's go. Ну, из 60 кристаллов даже голдпулом и не пахнет. Так, 5 штучек тоже бахаем с кнопки. И это у нас получается кристалл мутантов, X-менов, или как их там называют. Опять у меня выпендривается картинка. Извиняюсь за такие технические проблемы. Ну, у нас здесь выпадает 6-звездный Саурон. Забавно, да, получается? То есть с Нексусов не выпадают шестерки, а обычных кристаллов, не Нексусов, да, выпадают. Как это так получается? Это что, совпадение? Let's go. Ну, что у нас дальше? У нас есть кристалл, получается, открывашка. И кристалл 4 на 5. Но он попросил открыть их под конец. Поэтому давайте их оставим под конец. Главное их не забыть. И получается все, да? Да, здесь все. Ну и погнали. 20-16 плюс Нексусы. Так, Нексусы, Нексусы, Нексусы. Смотрите. Нексус открываем под конец, потому что если здесь выпадает какой-то либо дубль, то и Nexus как бы уже будет, соответственно. Поэтому открываем сперва обычные, потом открываем избранные и, соответственно, переходим к Nexus. Погнали. Крутим, сразу же останавливаем, ну и посмотрим на великий шанс, на великий дроп и, соответственно, на... Нет, о, блядь, череп и кости сюда, блядь. Но ему бубль нужен еще, конечно. Череп и кости прям в ПБ очень приобрел себе фанбазу. Я прям частенько его встречаю. Ну, ради ПБ, наверное, я все тоже качнул его на 3.45. Коронку сделать, в принципе, в нынешних реалиях не проблема.
Ну, Шторм тоже неплохо, но многие почему-то ее недолюбливают. Но Штормиха, как мутант, то это очень хороший чемпион. Как в 2000 забугорном году она наваливала второй спецатакой, то же самое сейчас Кабам поработали с ней и сделали, скажем так, то же самое. Так, Сокол, вот интересно, мега интересно. Ну, резинка тоже хорошо. По большей части это у нас, скажем так, вспомогательный чемпион. Но в каких-то моментах, опять же, он тоже может урон накидывать. Да, он может не так, скажем так, быстро в разгоне, но тем не менее. Так, давайте останавливаем. Омега проехал, Гиля проехал, Проксима приехал. Нет, какое-то, короче, какое-то ни о чемное ерунду начинает он давать. Погнали, как нас учили топ-ютуберы, обновляем пул чемпионов и поехали дальше. Так, паучка уже вижу здесь, мистического, Нимрода вижу здесь, факела вижу здесь и... Гипер у нас проехал, Нимрод у нас проехал, Хавок у нас приехал. Ну, Хавок неплохо, Хавоку дубль, и дубль мы ему, видимо, открыли. Ну, у меня Хавок 3.45. Бывали, кстати, моменты, когда я встречал Хавока на 4 ранге и не успевал его убивать. Прикалывайте, ошалеть. Поэтому Хавока тоже не вычеркивайте. Он и в атаке, и в защите хорош. Такие универсалы это на вес золота. Так, Ник Фьюри, который уже давно никому... Нет, ну ты серьезно, Кабам, ну какой муравей, ну ты ё-моё. Ну ладно, окей. Так, погнали, кручу-верчу, Кабам, топа хочу, ёпты. Тут такие чемпионы крутятся, а ты мне даёшь всякое г. Ну-ка, Монгол, Кингпин, Войд, а ты шо, дядя, а ты шо, Войд это прекрасно. Ну Войду мы все прекрасно знаем, что нужен бубль. И, соответственно, короночку максимально. Давай, кручу-верчу, Кабам, топа хочу. Помогает, интересно, или нет? Это заклинание. Так, был Войд. У нас сейчас на... Блин, вообще рофл, да? Два агента и массакр. Два... Ну ладно. Так, нифига. Массакр неплохо, опять же, но... На вкус и цвет, как говорится. Ну-ка. Все, короче, Кабам сломался и... Нет, все, останавливает. Я думал, сейчас будет бесконечно раскручивать его. Да что ж такое, ля, Кингпин все ездит и ездит, ездит, и я все хочу Кингпина поймать. А он все никак не хочет приехать, ёперный театр. Так, открыли дубль, кэпшер как-то что-то не приютилось у нас в комьюнити, да? Что-то недолюбливает. Ну-ка. Носороги, ралки, опа, охуёпа. Баба Халк, неплохо. Дубль открыли? Да, дубль открыли, это хорошо. Чемпиона можно на третий ранг смело качать. Ну, кабамский кабам, ё-моё. Ну, давай хотя бы на 50, давай договоримся. Там, неплохого, хорошего. Чё тут это начинаешь? Всякое с Клэрки перелистывается, с Кингпина перелистывается, перекручивается. Два... Пипец, бля, короче. Ладно, Кабам, короче, не хочет давать каких-то более играбельных чемпионов. И такое чувство, как будто, знаете, на каких-то уже топов своеобразный, скажем так, процент. И, соответственно, когда останавливается на чемпионе, и тут же он перелистывается на другого, то как-то, бля, это просто жесть какая-то. Ну ладно, Джофикс это неплохо, ему бы дубль, и было бы вообще великолепно. Его, в принципе, бафнули, он очень живучий стал. Он и дамаг может выкидывать, поэтому просто, наверное, все привыкли, что этот Джофикс это больше мем, чем какой-то там полезный чемпион. Но реально Джофикс очень хорош. Ну-ка, два, ебать, просто вообще жесть. Что он? Что это такое? Алло, кабамский кабам, ну ты чё, ё-моё, ну за что ты так со мной? Это просто, конечно, вообще рофл. С каждого кристалла все. О, жесть. С каждого кристалла все интереснее и интереснее удает чемпион. Это просто жесть какая-то. Китти. Тут есть... Тут, блин, Валька. И в конечном итоге выпадает Феникс. Это просто жесть какая-то. Реально, он собрал все ниши, все низших чемпионов и просто начал
я не знаю, выдавать в каком-то 90% шансе. Это жесть, конечно, это жесть. Такие чемпионы прокручиваются, такие картинки, а в конечном, ну это неплохо, это хорошо. Это хорошо, у тебя его не было. Третий ранг смело, даже без дубля, будет дубль, будет еще лучше, будет максимальный дубль, будет вообще как бешено он обнулять. Но то, что он дал, это, конечно, тупо забей. Я лично в шоке. Так, смотрите, у меня логика такова. Те, кто открывают первыми шестизвездные избранные, натаскивают по большей части новых. То есть они успевают попадать в этот шанс, наверное, да? В этот процент, когда еще много кому не раздало новых чемпионов. Поэтому, на мой взгляд, сейчас Хабатону насыпет одного старья. Ну вот давайте проверим. 20 кристаллов. Из 20 кристаллов сколько выпадет новых чемпионов? Человек, опять же, повторюсь, попросил крутить. Это не моя привилегия их, скажем так, крутить. Человек сам попросил. Шури. Отлично. Так, первый есть. Отлично. Первый есть. Ну и бы дубль. И почему-то, кстати, на Шури очень многие гонят и говорят, то, что чемпион ни о чем. На мой взгляд, ребят, надо разбираться в чемпионах, а не идти бить зимника и говорить, потому что чемпион ни о чем. Так, погнали. Получается третий, да. Третий у нас бесконечно раскручивается максимально. И это у нас... Да ну, да ладно. Напугал, блин. Я думал, сейчас божичье упадет. Так, магнит. Белый магнит это хорошо, но не здесь, я думаю. Здесь все-таки приобретались 20 кристаллов для более новых, более свежих чемпионов. Так, сразу же останавливаем. И паук. Гражданский, епты. Да... Ну ладно, окей, погнали. Пятый кристаллик. Ну-ка. Пятно. Опа, мантис. Да, отлично. Так, это получается у нас второй. Это второй новый чемпион. Ну. Let's go. Мне кажется, когда открываешь кнопки избранные, они как-то более интереснее и быстрее открываются. Логично, да? Так, Атума. Третий, получается, новый. Ну, не... Бля, представляешь, сейчас за 20 кристаллов всех новых достанем. Это, получается, 3 из скольки? Из 6, да? То есть, половину, можно сказать, мы уже достали новых. У нас, получается, Пятно остался, БЖЧ остался. И Паук остался, да? И это у нас великолепный, незаменимый Король Грут. Ну, ладно, руфлю. Ну-ка. А, еще поглотитель же есть. Он пробежал, я его вспомнил. Но тут, видите, я когда на своем аккаунте открывал, у меня, мне было... Опа, ага, понял. О, мне был интересен еще муравей со сквотч, и я их достал. Но я ну, на своем аккаунте не достал паучка мистического. И немножечко грустно. И знаете, когда собираешь осколки, на следующий избранный уже 300 тысяч есть осколков, то ой, как руки чешутся, чтобы... Открыть этот кристалл, чтобы достать паучка. Опа! Ага, понял. О чем я говорю? Принцип, понимаешь? Он должен остановиться на поглотителе. Но так как поглотитель это... Давайте шапочку из фольги. И, соответственно, перелистывается с него. Перелистывается на более старое говно, которое, конечно же, в каких-то руках приобретает великолепную силу и мощь. Но в моих руках это просто чемпион, который кидает заряды. Так, сразу же останавливаю. БЖЧ проезжает, и получается Веном приезжает, Веном, у нас Веном по идее на арене скоро будет, или уже идет, или скоро будет. Так, ну половину открыли и достали по сути только троих новых в виде новых в этом кристалле. Паук проехал, Атома проехал, Гамбитушка приехал, естественно, ну ладненько, окей. Открыли дубль. Гамбиту дубль это хорошо. Ехали. Интересно, неужели после 10 кристаллов шанс катастрофически уничтожился? Опять третий раз ГВ падает. И вы мне после этого хотите сказать, то, что на всех чемпионов шанс одинаковый? Так абам, идите вы знаете куда? В козью щель. Это неправда. Вы обманываете нагло и просто плюете игрокам в лицо, говоря о том, что на всех чемпионов шанс одинаковый.
не бывает такого. Открыл почти что 15 кристаллов, из этих 15 кристаллов выпал 3 раза. И 2 раза король и груд. Угу. А почему не 2 раза БЖЧ? А почему не 3 раза поглотитель? Где? Где этот одинаковый шанс? Это просто бред. Ладненько. Постараюсь меньше бомбить. Просто очень обидно, когда в процессе игры ты понимаешь, что тебя наебают. Анжела, опа, опа, хорош, наныл, заебок, отлично, отлично. Ну, поглотителя бы еще достать, было бы вообще великолепно. Потому что, ну, поглотитель, пятно, конечно, всех бы избранных, точнее, всех бы этих новых чемпионов отсюда достать, но поглотитель очень... И опять-то, ты что, угораешь? Ой, жесть. Трижды гражданский, трижды король груд. Понял. Понимаю, кабан, понял. Так, крутим, сразу останавливаем. Ну-ка, ну-ка. И Анжела неплохо. Анжела была. Но Анжеле еще нужен максимальный дубль. И поэтому я думаю, что здесь ничего страшного. Ну, как бы страшно, да? Достать бы ее лучше с какого-нибудь обычного кристалла за 10. Но, тем не менее, я думаю, что ничего страшного. Так, сразу же останавливаем. И у нас получается... Да ну нет. Ну, неплохо. Его не было, поэтому я думаю, что неплохо. Ну, хотя Хабатун засранец арену не бьет, то это херово. Херовастенько. Ладно, окей. Ну, я просто такой человек, что я радуюсь новым чемпионам. Я знаю, что многие не радуются. Многие хотят того самого... Блять. И трижды получается уже магнит, да? Круто. И многие как бы хотят только... И топов, и ничего более. Я хочу... Ну, я такой, знаете, мини-коллекционер, который хочет всех достать. И при нужной ситуации, при нужном моменте, чтобы можно было взять... О, он у меня есть, и качнуть его. Так, Веном у нас тоже был. Веном у нас, получается, дважды упал. Ну, и последний. Я думаю, что в итоге, если подытожить, то неплохо. Упал БЖЧ, который играбельный, прессовый. Упали чемпионы, которые... будут как минимум в будущем очень актуальны. Надзиратель это тоже хорошо. Его не было. Надзиратель это хорошо. Но ему дубль. Бубль бы хотя бы ему максимум. Так, посмотрим. Смотрите. Что у нас в итоге? У нас хороший чемпион. Новый чемпион. Отличный чемпион. Отличный чемпион. Великолепный чемпион. Отличный чемпион. Отличный чемпион. Гражданский такой себе. Раньше он был очень хорош с сжиганием своей энки. Это был вообще очень крутой чемпион. Ну, времена идут, а чемпионы как бы некоторые остаются старыми. Анжела это очень хорошо. Веном это тоже хорошо. Ну, не знаю, магнит это все равно какой-то, знаете, помощник, чем какой-то атакующий чемпион. Поэтому, наверное, опять же, 50-50. Но, как всегда, наверное, хочется большего. Ну, Кабам он такой, что он... не всегда дает то, что мы хотим. А чаще всего рофлит. И дает по 3-4 раза одинаковых чемпионов. Ну что, у нас получается теперь стало самое вкусное, самое, наверное, интересное, если это так можно назвать. У нас остались нексусы. Нексусов очень большое разнообразие. Но здесь нексусы единственное, что есть 5-6 и есть 6. Поэтому давайте начнем... по порядочку, не будем тут как-то что-то делать, а просто будем жмякать. Ну, видишь, пятерка, пятерка и шестерка, поэтому, естественно, ЖЧВБ нужен дубль, и, соответственно, будем все-таки делать приоритет на шестерку. Ну, я бы взял, конечно, на своем аккаунте Шури, потому что это новый чемпион. Ну, а здесь уже даются, конечно же, 7-звездные у нас осколки и все-таки полезный дубль. Так, едем дальше. У нас получается мутант. Колос, это хорошо. Ну, опять же, смотрите, Немор и Колос. Немор, он хорош, и если ему сделать кронку, он моментами незаменим. Но все-таки я думаю, что Колос это и без дубля играбельный чемпион, а в дубле это... еще лучше чемпион, поэтому я сделаю больше уклон на Колоса. Шестизвездный Колос довольно-таки неплохо. Я думаю, что даже лучше, чем... Так, техника.
И Нимрод, да ну нафиг, нифига себе. Ты представляешь, Нимрод, Аленка и Патриот. Ошалеть. Но по-любому, безусловно, здесь Нимрода. Блин, некоторые люди открывают кристаллы в таком большом количестве техников, чтобы достать его и ни хрена не достают. А здесь просто гипертерекс, утка. Гипертерекс, утка. Утка, конечно, очень хороша, но, на мой взгляд, ее эпоха прошла. Терекс... на любителя полезен, но я думаю, что здесь все равно предпочтение Гипериону. Так, не забываем смотреть на звездочки. Ну, здесь по-любому возьмем и это, потому что коронка 200, и тут, думаю, дополнительные 7-звездные осколки не помешают все равно. Ну, тем более, там золотой кулак. Крутонем, кстати, его. Так, способности, поехали. Ну, такое себе, что-то, все три способности, такое себе, поэтому откроем дубль Джабари, может быть, когда-нибудь пригодится в плане защиты, ну, в плане атаки, ну, не знаю, опачки, я, конечно, понимаю, что сейчас найдутся какие-нибудь файнбазы, скажет дубль Шанчи, но я думаю, что хитманки новые это все равно перевесит, потому что хитманки, ну он хорош, рили, он хороший без дубля. У меня лично хитманки без дубля на третьем ранге. Поэтому первый такой себе, а вот второй, конечно, порадовал. Погнали, мистик. И мистик у нас получается, да ну ты шо, дядя, ля. Алка, которой нужен дубль и желательно максимальный, или Диабло. Это жестко, реально. Это очень жесткий выбор, при том, что он сказал, что выбор... Наверное, да простят меня все фанаты Диабло, но тут я больше предпочтение дам старушке, которая, в принципе, она и полезна будет в Карине, и, конечно, она прикольная. Поэтому я отдам предпочтение все-таки Алке. Диабло тоже хорош, он очень полезен, он очень крут, но Алка, на мой взгляд, более, скажем так, поприкольнее. Ключевое слово прикольнее. Так, давайте наука. Опачи. Ну, паук-галк. Здесь я дам предпочтение Галку, потому что он не так прям полезен много где. Но у него полезность в синьке, и он полезен на некоторых усилках, которые мало кто контролит. Поэтому паучка вряд ли кто-то там прям выкачивает. Конечно, да, можно в дубле, но я дам предпочтение Галку. Ну и получается у нас обычные два Нексуса, шестизвездные, бахаем из кнопки. Так, а вот он и дубль Гиперу подъехал, дамы и господа. И это очень хорошо, но вопрос теперь в том, то, что черная вдова или Гиперион. Вдова, конечно, и без дубля хороша. Как бы не то, что хороша, играбельна. А Гиперу, конечно же, коронки 20 вполне хватит. Поэтому откроем дубль Гиперу и забудем вообще про этот дубль. Так, Морнингс, опять Терекс, ну блин, а? Морня или Терекс, наверное, Морня. Морне нужен дубль, и Терексу нужен дубль. Но Терекса мало кто шарит, как играть в атаке. В защите, конечно, он многие очень кем снимается. Морня это больше из разряда полезность, выживаемость. И почему-то Морня перестали играть в подземке. Хотя в подземке она как была... так и остается очень выживаемым чемпионом. Ну что, дамы и господа, получается у нас... Давайте еще раз просмотрим. А, какой, ну и что, едем дальше. Тут еще кристаллов, просто вообще космос. Так, это что у нас, опять 5-6 или все 6? А, это вообще вот такой кристалл. Блин, ну тут, я думаю, выбор будет очевиден, это дубль Нимроду. Потому что по большей части никого не упало новых, упали кристаллы с дублями. Если брать, то это паучок дубль, да, у него будет блок лучше там и все остальное. Но здесь по-любому будем мы пробуждать Нимрода. Да, ну короче, выпадали все те, которые у тебя имеются. Но мы берем Нимроду дубль, это все-таки красивые белые звездочки. Это получается был кристалл Бэла, техника. Нифига себе, прикол. Так, погнали, шестизвездный космоса.
Ну-ка. Серси дубль. Ну, как бы был, поэтому ничего тут такого прям феноменального нету. Так, это у нас шестизвездные осколки. Это у нас шестизвездная мистика. Бахаем. Бах-бах. Моджо. Ну, Моджо это неплохо, но уже был дубль. У меня Моджо на третьем ранге, поэтому советую качать. Так, стройки на шестерку. Let's go. 8 с кнопочки бахаем. И опять кабан что-то задумался. Ладненько, пусть подумает. Так, 0 новых. Вижу одну пятерку. Четверки, тройки. И в конечном итоге ничего такого феноменального и крутого. Окей. Едем. Ага, вот он, этот кристалл, да? Семизвездного. Окей. Вот оно. Let's go. Если эти кристаллы покупались за серу, я прихожу к тому, что лучше эту серу, всю потраченную на кристаллы. Конечно, я благодарен Хабатуну за контент, за открытие. То, что он так много копил и все это не открыл и дал мне. Это очень круто, спасибо большое. Но и мне кажется, если это тратилась сера, то лучше эту серу копить на летнюю или зимнюю акцию. Потому что, мне кажется, тогда выхлоп будет больше. И я сейчас смотрю, что да, вроде бы падают хорошие чемпионы, там пятерки, шестерки, иногда выстреливают очень полезные шестерки. Но по большей части, ну это просто ИСошки, грубо говоря. Может быть и не грубо. Так, поехали. Семизвездные осколки, вай-вай-вай. 14 тысяч, кстати, было 9 тысяч. Так, едем дальше. У нас получается открывашка и повышалка, да? По идее, все открыли. Ничего не забыли. Давайте сейчас проверю быстренько. И я думаю, что тогда уже пойдем открывать повышалку. Повышалку на пятый ранг и камень шестизвездный. Да, все пооткрывали. Ну, мне кажется, что опять напополам. Как бы вроде бы и дал, а вроде бы и не дал. Так, давайте крутая, крутаню. Ну, это получается открывашка за побочку, потому что в побочке техника. Техника, не знаю, что там есть по технике. Сейчас пойдем посмотрим обязательно. И давайте откроем повышалку. Так. Ну-ка, ну-ка. Получается, мутанты. Но мутанты тоже есть много кого качать. Но опять же, кого много? Апока? А если Апок? Пойдемте в чемпиньоны. Так, я уже вижу Апока. Давайте посмотрим шестерки. Так. Ну, у него, кстати, Титания вкачана. Или Титания, как ее называют. Ну, Модока бы я еще качнул. Войда я себе качнул. Третий ранг без... А, у него пятно было. Понял, у него пятно было. Там получается. Ну, неплохо. Надергали неплохо. Значит, он открывал. Ты понял, мышка такая тихая, бля. Значит, он открывал все-таки кристалл. Ты говоришь, каплю, каплю. Так, ладненько. Ну, по наушникам, в принципе, 50, ну как, ты вкачано, по большей части, наверное, все. Но я бы еще некоторых чемпионов даже без дубля вкачал. Выпало. У нас повышалка мутанта, а открывашка техника, да? Кингпин без дубля одобряю. Ну, хитманки, вдову, а, вдова, ага. То есть хитманки, кошку можно качнуть. Ну и тут, конечно, дубли, очень нужны дубли. То есть череп и кости дубль бы, Атомня бы дубль, кошки бы дубль, нехват дублей. И, соответственно, есть еще тоже кого качать. В плане хитманки, кошки, агента, обязательно агента качать. Черепа и кости. Надо дожидаться дубля. Так, домино, блядь, чё у всех есть домино? У меня нету домино. Так, едем. Санспотика можно, Хавака можно, Жабу можно. Так, Колоса можно.
Ну и в принципе. Ну просто по большей части те, кем можно. Штормиху, кстати, тоже можно. Саурона можно в защиту. Те, кто такие универсалы и имеющиеся, да, на аккаунте, то они уже как бы и вкачнуты. И, соответственно, здесь что-то как-то выделить какого-то чемпиона, ну, вот гипера, да, с открытием можно по-любому гипера на третий загнать. Да, если прям конкретно такой фанат, можно и на четвертый, почему бы и нет. Так, призрак имеется в дубле, отлично. Вот, смотрим, у нас есть открывашка техника. Отдали бы вы гиле? Хрезе. Отдали бы вы БЖЧ? Конечно. Отдали бы вы Шуре? Хрезе. То есть, вроде бы неплохо, но не было бы, наверное, БЖЧ, тогда можно было бы отдать свободно и смело гиле. Но так как у нас есть БЖЧ, я думаю, что эта открывашка улетит, естественно... А, у тебя еще и две серых есть, ну ладно. То есть, соответственно, я бы классово отдал смело БЖЧ. Так, ну и последний у нас класс, получается, мистики, здесь и Чавес дубли. Ну, здесь, а, у тебя уже и паучок есть, Хоботун, ну ты мышка, конечно. Так, соответственно, что здесь? Алку смело, смело на третий ранг. Ну и, конечно же, нужно делать дубль. Верховного без дубля на третий ранг, да. Счастливчика также можно, почему бы и нет. Ну, Мефисто, опять же, это уже прошлое. Донатную на третий почему не качаешь? Паучка также на третий можно. Гилю можно на третий. Капюшончика можно. Ну, капюшончик вкачан, в принципе. Поэтому... По мистикам, наверное, есть больше вариантов, кого качать, но, соответственно, все, опять же, ну, как бы все более чем, что универсальное, скажем так, оно вкачнуто. Поэтому, дамы и господа, вот такое открытие, на мой взгляд, это опять 50-50, где-то дало, где-то не додало, но по большей части, мне кажется, наверное, не додало, да, и, соответственно, спасибо большое, опять же, Хоботуну за контент, за такое разнообразное открытие кристаллов. И, в принципе, все. Всем хорошего дня, вечера, ночи, времени, суток. Жмите лайки, пишите комментарии. Это очень все-таки все равно поддержка, скажем так, бесплатная в вашем лице. Это своеобразная поддержка. Но, опять же, хочу спасибо выделить те, кто поддерживает на Boosty, на стримах. И все-все-все в таком ключе. Всем удачи, хорошего дропа.